Приветики! Это будет короткое видео вступление. Вот. Если получится длинным, то я его, конечно же, обрежу. Вчера выходила во двор. Вот. Вчера выходила во двор с подругой. Что я хочу сказать? Динара, если ты смотришь, я думаю, что ты смотришь. Из тебя мог бы получиться очень хороший блогер. Потому что ты умеешь вот создавать вот такую вот атмосферу интересную, там, с юмором, с приколом. Вот. Поэтому было весело, посидели немножко. Это коротенькое видео. Я вчера во двор выходила, я его совсем немного там поснимала. Вот. А так в основном мы сидели между собой, просто болтали, как бы о всяком о разном. Вот. А сейчас я из душа вышла. Вот. Думаю, немножко надо записать. Сегодня я никуда не иду. Вот. А завтра получается, завтра суббота. Я не знаю, когда выйдет это видео. Сегодня или завтра, или послезавтра, я не знаю. Вот. Завтра мы с Галиной едем в кафе. Нас пригласили. Вот, то есть не мы сами, а нас пригласили. Это наш общий знакомый, который собирает всех своих друзей, вот, и приглашает в кафе. Никакого повода нету, просто так. Просто пообщаться, вот, провести время, как говорится. Поэтому завтра поедем. Вот, я не знаю, что у меня получится поснимать. Что-то сниму, что-то нет. Вот. Вот это, кстати, средство Эсвицин. Те, кто смотрел мои видео, те, кто мои, так сказать, подписчики, одни из первых, я после ковида очень сильно лысела. Вот. И вот это вот средство Эсвицин и репейное масло. Репейное масло. Вот. И репейное масло. Вот этим я спасалась от облысения. Мне помогло. У меня есть видео. Я не помню, как оно называется. По-моему, так и называется, как я спасалась от облысения. Я, если не забуду, я в подсказках добавлю. Вот. Или в конце видео, если не забуду. Вот. Или вы можете сами найти через поисковик, зайти на мой канал, там есть лупа поисковая, вот туда написать, как я спасалась от облысения, вот и там найдете. Вот, а сейчас я просто буду, немножко здесь осталось, не знаю, что хватит. Периодически я применяю его, да, он укрепляет волосы, чтобы сильно не лысеть, а репейное масло это уже, конечно, потом, уже после. Перед душем, точнее. Вот. И вот такое вот масло Элео мне тоже очень нравится. Я его брала в Oriflame. Тоже те, кто меня давно смотрит, знают то, что я в Oriflame периодически беру для себя продукцию. Мне она нравится. Вот. Просто делюсь. То, чем я пользуюсь. Вот. Это восстанавливающее вот масло такое. Ну, тут плохо видно, но это ладно. Вот, в общем, такое вот короткое видео, видео вступление. Вот, а сейчас вы будете смотреть видео, как я вчера выходила во двор сидела, оно там тоже небольшое. Вот, всем приятного просмотра, спасибо то, что вы подписываетесь на мой канал. Всем хорошего настроения и всем пока. Так, приветики, вышла во двор. Это у меня моя подруга Динара. Всем здравствуйте. Да, так неожиданно встретились. Я вышла, думаю, сейчас выйду, сяду вон туда на лавочку вверху и думаю, буду писать. А я вышла, и она тоже идет. Тут вот ее дочка где-то. Где она? А, вон дочка на велосипеде. Это старшая из мира, 5 лет. А это младшая, годик уже исполнился, Альбина. Вот, с Динарой мы уже с самого детства дружим, а там вон муж идет На ее. один горшок ходили, скажи. Да, можно сказать, на горшок ходили. Это вот ее муж, Расим.
Росинка. Тоже друг детства моего. Вот. Поэтому вот такой вот вечер. Хотела выйти немножко пораньше, но вышла вовремя, так сказать. Мне пришлось сидеть одной. Вот. Потому что когда вот это все построили, здесь же этого ничего не было. Ни газона, ни горки, ничего не было. Вот. Была просто обычная горка и все. А тут вот так вот немножко облагородили, но хорошо, как бы, я не против, но с одной стороны тут постоянно хай-вай под окнами, тишины, как говорится, уже нету, как была раньше, тишина под окнами. Теперь вот постоянно дети со всех дворов. Раньше, кто, если с ним смотрел мои видео старые, тот знает, раньше зимой приходили дети сюда кататься. Вот, на эту горку, вот сюда, вот тут у нас всегда лед был, а сейчас тут вместо льда у нас вот эта вот площадка теперь стоит. А теперь тут будет круглый год, и зимой, и летом, да? Вот. Вот там мой дом. Вон, иди там покачайся. Поле у нас тут было, тоже было открытым. Сейчас его закрыли, все застроили, заборы поставили. А раньше был стадион здесь, как, ну, футбольный стадион большой был. Вот, и здесь было открыто, и лавочки были. И тут и баскетбол, и футбол, и волейбол, и брусья, и все, что хочешь. Все было, и все приходили, и тоже и гуляли, и бегали. А сейчас вот все закрыли, поставили только вот эту вот площадку у нас тут. И все. Это, кстати, 27-я школа, гимназия, я училась здесь. Казахстан Пикчерс представляет. Галина, или просто Галя, в главной роли. Глава или гроза микрорайона вышла на прогулку. Сейчас будем ее с кем-нибудь сватать. Не а надо, может, отсюда ее и замуж ее отдадим. Да? Он накрасился, говорит, просто вышла. Не, ну за хлебушком. А сама-то, ух, мать, накрасилась. А ногти покажи сами. А ногти обычные. Без маникюра. Без маникюра, но длиннючие. Ну, да. Для ничьи, да, красавица наша. Конфета будет? Я конфету не ем. А дети будут? После... Не, они уже кушали, спасибо. Вот здесь Галя проживает. Ладно, я рядом. Прошло все ее детство, юность. Да, мы здесь все проживаем. Мы тут с одного дома. С одного дома. Дом у нас большой, 8 подъездов. Мы здесь все с одного дома. Выросли вместе. Да. Она у нас первый блогер в Казахстане. Подписывайтесь. Скоро будем разыгрывать какие-нибудь розыгрыши. Ставьте лайки. Да, кстати. Самым активным. Возможно, что-нибудь достанется. Либо волос Гали, либо смайлик, либо привет. Ну, помаши, ладно, привет. Всем привет. Горы алматинских не видать? Алмата. Горы, они там за деревьями, их не видно. Алматинский вайб. Алматинский двор. Алматинский двор. 5-го микрорайона, да. Укладку для вас сделали, накрасились. Все. Так что с вас лайк и подписка. Да, кстати. Да. Город Алматы она проживает. Кто желает подарочки, пожалуйста. Сувенирчики. Да, Галя просто стесняется. А я за нее скажу. Но за все праздники. Новый год, 8 марта. Все приветствуется. Все. Всем пока, помаши. Вечерний двор. Сидели вон там внизу. На вот этой площадке. Сейчас мы пришли сюда вверх. Здесь я, кстати, первый раз. Вот как построили за все лето, я тут первый раз. Вот тут мальчик сидит. Помаши в камеру. О, молодец, не стесняется, умница. Будущий блогер.
Нет? А кем хочешь стать? Пилотом. Пиратом? Пилотом. А, пилотом, ух ты. Молодец, удачи тебе. Спасибо. Да, девочка, вот. Спасибо. Как тебя зовут? Вот девочка у нас. Камила? Сколько тебе лет? 8 сегодня. Ух ты, именинница. Поздравляю. Расти большой, послушной, умной и красивой. Да? Мне тоже только исполнилось. А у тебя теперь нету конфликта, девочка? Ну, не сори, ладно, дочь? Ух ты, у меня еще и зеркальце, видишь? Смотри. У меня есть мясо, как бы. Мама. Ну, там урна выкинула. Ладно, да, будем поиграть.